После работы приехать, отдохнуть, подышать свежим воздухом. Просто кайф. Я подсекаю, она уже вот на крючке. Привет, друзья. Сегодня выбрался на вечерочку половить в Великом Враге проводку. У меня семерка. Прикормку я не брал. Ну, в принципе, она в машине есть, можно. Но решил половить на проводку просто без прикорма. Наживку только опарыш. Сейчас буду где-то вот здесь вот ловить. Вот там у нас Стова. Здесь Великий Враг. Встану, наверное, немножко зайду в воду и буду ловить. Вечерочка такая же, наверное, часика 20. Все, уточку я размотал, уточки плавают. Семерочка у меня, сделаю сейчас глубину, и у меня наживка, опарыш, насажу два опарика, будет тянуться по дну, типа царапает, но ну, со дна будем пробовать ловить. Кормиться, я думаю, можно, наверное, все-таки закормимся. Только опарыш, будем ловить на опарыш. Ящик сумку убрал чуть подальше, потому что у нас катера уже ходят, лодки ходят, чтобы не намочить. Все, сейчас немножко зайду в воду и буду делать проводку. Ну что, друзья, я поймал первую плотычку. Вот, лодочку я положил. Маленькая, добротная плотычка. Привет. Вот здесь у меня немножко сместился, чуть пониже. Конечно, попробую сейчас закормиться. Возьму вон там глину. Глину и вместе прикормкой сделаю. Может, рыбка будет поклевывать. Рыбка есть первая. В обычную прикормку добавил глину, которая около берега. Сейчас ее размешаю, сделаю комочки. И вот пониже по течению буду бросать. Думаю, по комочку. В течение 10-15 минут. Попадается только вот такая вот живцовая плотвичка. Три штучки я поймал. Вот такая красавица. Блин, классно, друзья, на Волге вот, ну, рыбачить. Когда ветерочек есть небольшой, а не волны. И такой сильно нет, как вот бывает часто на Волге. Просто штиль вечерний. Может, что-то покрупнее придет. Да, закормил уже. Сейчас еще кину прикормки. Ну вот, плотвичка крупнее немножко клюнула. Ну, какая бойкая. Вот такая плотвичка. Сейчас отпустим ее. Ну, очень-очень плохо, можно сказать. Ну, первый раз я тут еще не научился. Он там сосед ловит, мы не ловим. Сейчас попробую. Как вот здесь я закормился, прикормку выкинул, так и вот ловлю. Смещался туда ниже по течению и вот здесь. А поклевочки начинаются почаще. Вот уже густерочка подошла. Отлично. Два парика. Все на том же месте. Буквально, наверное, метров 7 у меня проводочка делается, я обратно перебрасываю. И опять проводочка. Все по одному. Получится все по одному. Покрывка что? Нет, это задевание. Так, сейчас немножко расскажу. Течение не сильное здесь. Удочка 7 метров, поплавочек 2,5 грамма, крючочек 12 номер овнер, леточка 0,12, поводок 0,1. А кто-то вот на уклейку ловит справа от меня, кто-то по дну ловит, кто-то с прикормком. Я тоже немножко закормился, ну, чтобы у меня было там чуть-чуть вместе с глиной. И вот на этом же месте стою. Изредка поклевочки есть, поводочек волочится по дну. Он прямо около берега плеснулся. Вообще класс. Самое главное, что тепло, ветра нету. Ветра, наверное... То, что ветра нету, это, наверное, самое наилучшее такое пожелание, что может рыбак пожелать себе на рыбалке. Ну и, конечно же, улов, да. Улов есть небольшой. Густерку сейчас одну поймал. Плотвичка несколько штучек. Вот клеечка была. Клейка очень мелкая. Так, сейчас обратно через плечо забрасываю. Вот туда забросил. Красота, красота. Правда, еще это... Мошка, не комар, а мошка прямо одолевает. Прямо под майку залазит. Ну, кайф, кайф. Тут на лодке катается. О, покрывка была. Обратно туда же бросаем. Может, клюнет. Ну, нормально, пойдет. После работы приехать, отдохнуть, подышать свежим воздухом. Просто кайф.
поплавок все-таки, наверное, на первом месте у меня. Да, в принципе, я и его не смещал на какое-то другое место. Но поплавок интересно, видно по клевку, как клюет. Фидер тоже интересен, но на поплавочек больше, наверное, так контакт, рыбак, рыба. Много всяких вариантов на поплавочек можно попробовать. Поводочком поиграть, глубиной поиграть, наживкой разную. Но у меня только сегодня... У меня сегодня чисто только опарыш. Заехал в магазин, купил баночку. Прикормка у меня была в рюкзаке. И все. Вон там уклейку кто-то поймал. Вот такая вот интересная рыбалка. Ну, кормит, кормит. Слышите, да, он бомбежка идет. Рыбу прикармливают. Рыбка отзывается. И потом куда-то уходит. Вон церковь у нас Великовражеская. Кстово, Приволжский. Мы тут на повороте Волги стоим. Здесь раньше сильнее течение было. Как я вот помню, рыбачил, наверное, лет 5 назад. Тут течение такое достаточно сильное было. Сейчас Волга замедляется, Волга зарастает. Здесь вот и летом будет все, где-то я стою. Я стою вот в воде, в болотных сапогах. Здесь будет вода. Ой, вода. Здесь будет трава. Раньше травы не было. Трава бросаю, потому что течение слабое. Вот поэтому и дает тихое течение траве расти. Сейчас еще ловлю, долавливаю, покажу уловчик. Давайте сейчас надо опарика свеженького насадить. Нормально, хорошая плотвичка взяла. Придержала немножко. Не топит, просто поплавочек плывет, придерживает. Я подсекаю, она уже вот на крючке. Вот такая вот красавица, тихо. Ну что, друзья, буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Рыбачил всего лишь 2 часа. Ловил на Волге, в Великом Враге, проводку на поплавочек. Что сказать по рыбалке? Средненькая рыбалочка. Но самое главное дело, отдохнули. Ветерка нету. Поймали кайф, поймали рыбу. Ну просто чисто отдохнули. После рабочего дня самое то. Тоже вам советую. Ездите на рыбалку почаще, отдыхайте, дышите свежим воздухом. От городских будней, от этого всего асфальта, от выбросов всех. Друзья, давайте покажу вам рыбу, которую поймал. Сейчас только что у нас стервочек прошел. Вот покажу рыбки. Рыбки немножко, но я вот выбрал чуть покрупнее. Плотвичка, пару гусерин. Вот такая вот у нас рыбалка. Все, друзья, спасибо, кто смотрел. Поставил лайкосик. Пока-пока, до новых встреч, пока-пока. Пока.